Памеры и покрытие пляцовок у Могилевском аэропорте дозволяют организаторам штогод распрацовывать динамичные и складанные конфигурации трассы. Сёлета по отгуках гостей и пилотов упершиню за 6-годовую историю белорусского чемпионата в целом была распрацована суперхуткостная постановка типа початок трассы. Средняя хуткость у 140 км в годину при восходе на дистанцию потребовала от пилотов максимальной техничности. Нам здесь поставили задачу, что мы не должны начинать постановку пауэр-дрифтом, то есть ручник, газ и поехали. Нам здесь нужно поставиться и инерционно пролететь достаточно большой поворот для того, чтобы дотянуть до нужных клиперов. Сложновато это делать, то есть это нужно разогнаться максимум, что может автомобиль. И вот в каком-то неуправляемом таком полете двухсекундном ты летишь куда нужно. У финальном заезде сустрелись абсолютный чемпион у всех могилевских этапов минчанин Сергей Сак и москвич Павел Бусыгин. И у першиню у самом финале судьи назначают переезд, по выниках якого первое место. Заливает Павел Бусыгин! Финал не бывает ненапряженные, естественно, эмоции переполняли, старался ехать на максимум возможностей, но Серега, судя по всему, тоже. Ну, я получил просто нереальное удовольствие. У меня еще и было два заезда, получается. У Сергея было две жизни, поэтому просто на 200% кайфанул. Чемпионат Беларуси по дрифте протягивается. Наступный этап пройдет 23 липня у Лагойску. Павел Савицкий, Катерина Балукова, Андрей Черный. Новини региона.